Что ты обо всем этом думаешь, Чарли? Давай, давай! О чем именно? О неблагодарной работе. О жизни в этой дыре. Мне нравится работать с лошадьми. Как его зовут? Надежный Пит. Шестой номер Надежный Пит. Он ведь победил? Да. Слушай, если хочешь здесь работать, тебе бы манер поднабраться. Жуй как следует. Чему тебя мама учила? Я ее ни разу не видел. От режиссера фильма 45 лет. А отец как себя за столом ведет? Как ты не обращал внимания? Справишься сегодня один? Да. Так мать тебя бросила, что ли? Ага. Привет, Пит. Как ты? Не привязывайся к животным. Почему? Они здесь только ради скачек. Надежный Пит на последнем месте. Обстоятельства изменились. В каком смысле? Я его продаю. Он не твой питомец. Он просто конь. Я его куплю. На какие шиши? И где будешь его держать? В моей конюшне? Идем, Пит. Нечего нам тут делать. Красивое путешествие по Америке. Можно у вас для коня воды попросить? Кто там? Какой-то пацан с лошадью. Трогательная история о любви мальчика к лошади. Это мои деньги! Мне жаль, Чарли, но я вынужден позвонить твоим родителям. Дай мне номер. Некому звонить. Чарли! Фильм полный вдохновения. Когда больше некуда пойти, выбора нет. Как думаете, найдется мне тут работа? Да, тут полно работы для бездомных детей. Я не бездомный. Чарли Пламмер превзошел себя. Сбежал из дома? Нет. Тогда где твои родители? Фильм пронизан любовью и осторожной надеждой. Хочешь тоже попробовать? Он не для езды. Положитесь на Пита. Скоро.